В холле торгового центра собралось большое количество любителей игры с мячом. Футболисты Нижнего Новгорода проводят традиционную встречу с болельщиками. Для них подготовили интересную программу. Со сцены встречают болельщиков и футболистов девушки из группы поддержки. На встречу с фанатами пришли Артур Анисимов, Александр Ставпец, Иван Темников, Юрий Лебедев и другие, можно сказать, половина основного состава. Они устроили автограф и фотосессию для всех желающих. Конечно же, в разговорах каждый болельщик желал футболистам удачи в предстоящей игре. Мы второй год подряд уже с ребятами сюда приходим, классная атмосфера. Спасибо людям, которые приходят, нас поддерживают. Нас как-то это сближает. Не только на стадионе их слышишь и видишь, здесь близко можно подойти, поговорить с болельщиками. Это клево. Я считаю, почаще нужно делать такие мероприятия. Конечно, мы общаемся здесь с болельщиками. Они поддерживают нас, говорят приятные слова, чтобы продолжали, радовали. Все-таки мы играем для них. Поэтому, я думаю, такие встречи нужны. За автографами и фотографиями с любимым футболистом выстраивается целая очередь, причем разновозрастная. Есть как и взрослые фанаты, так и начинающие. Я хожу на футбол, поддерживаю папу Денис Черчилль. Живую людям смотреть, близко подойти, то есть взять автограф. Я считаю, что это очень хорошо. Конечно, в очереди за автографами большое количество представительниц прекрасной половины болельщиков футбольного клуба «Нижний Новгород». Давно болею за футбольную команду «Нижний Новгород», посещаю матчи по мере возможности, поэтому сегодняшнее мероприятие пропустить не могла. Впереди у нижегородцев сложный выезд в Волгоград 12 октября. Там ФКНН встречается с местным «Ротором», одним из лидеров таблицы «Олимп» первенства ФНЛ. Так что готовимся к матчу и болеем за «Нижний». Артемий Катков, Ренат Бикбаев. Время новостей.